женился, да? Смотрит такими глазками. Кто ходит мимо пеленки тоже? А? Че уши складываешь? Кто мимо пеленки ходит? Нет, сюда смотри. Кто ходит мимо пеленки? Тоша? Тоша вредина, да? Тошу нельзя любить? Что? Ругаться буду? Сейчас буду. Пойдем. Вроде воды много не пьют. Сыт как с утра. Тоша. А вот ты где? Пойдем. Друзья, у нас вышли на прогулку. В кармане оказалось 30 рублей. Вот, пожалуйста, две игрушки за 30 рублей. Это лисенок, по-моему. А это кто? Какой-то лунтик, котик, непонятно. Такие игрушки. Вот эти игрушки в детстве, когда ходил на мягкую игрушку, тоже шили такие игрушки. Цена вот этих игрушек за одну игрушку минимум 5 рублей, по-моему. Там их оптом покупаешь. Так, друзья, всем привет-привет. В общем, решил приготовить себе покушать. Думаю, заодно и с вами поболтаю немножко. То, что мне на самом деле хочется прям иногда его взять, его так... разорвать, шучу. Загадил всю квартиру, вот честное слово. Загадил всю квартиру. Самое ужасное, что он в одной стороне писает, лежит пеленка. Я уже положил пеленку в то место, где он писал. Нет, он рядышком чуть-чуть на пеленку пописал, потом напротив, возле шкафа еще раз пописал. С другой стороны он покакал. Два дня продержался, два, всего лишь два. И все. Я хочу себе... Вчера готовил печенку. Вот. Кстати, вот видите, я в контейнерах храню вот так. Сейчас хочу разогреть печенку. Вот. Микроволновки нет, к сожалению. Буду разогревать на плите. Вот. И делаю себе сейчас немножко картошечки отварить, чтобы пюрешку сделать. Хочу печеночку с пюрешкой. Так, так. Надо проверить картошечку. Пусть чуть-чуть поварится. Так, пусть еще немножко поварится. Так, немножко огонь увеличить. Я уменьшал огонь, пока ходил, тоже выгуливал. Сейчас начнут писать всякие гадости мне. Давайте, пишите гадости, гадости, гадости. Шучу, друзья. Гадости писать не надо. У меня хорошие. Так, пусть картошечки еще немножко поварят. Можно уже разогревать, в принципе, печеночку. У меня привычка, кстати, к плите, это уже, я не знаю, почему такая привычка, потому что, видимо, потому что я жили в доме, был газ, и сейчас в Ялте, когда отдыхали, тоже был газ, а здесь сейчас плита, забываю, что плита, и мне все время хочется посмотреть огонь. Так, ой. Так. Поделал зарядку немножко и сходил выгулял Тошу, поэтому сейчас надо немножко покушать, чтобы организм быть сильным. Так, я смотрю в холодильнике, йогурт и все стоит, да, практически ничего не ем.
ну, ем, но практически ничего не ем. Кушаю, кушаю на самом деле. Вот, смотрю в холодильнике все время, думаю, блин, надо сходить же в магазин, надо сходить в магазин. Потом смотрю, а полно-то еды. Я, кстати, пью вот такие рыбий жир, всем советую. Обычно здесь жир из скумбрии, омега, короче, 90%. 30 капсул, он стоит что-то порядка 300 рублей. 300-400 рублей, очень, что-то так. Здесь дозировка омеги 900 миллиграмм. Это суточная норма, одна таблетка в день. Не надо пить горстями вот этими. Здесь жир из костей скумбрии, по-моему, мне сказали, потому что это является типа самым... Так, состав рыбий жир является самым жирным, типа самым полезным жиром. Так, рыбий жир, оболочка, желатин, глицерин, загуститель, вода, смесь. Так, рекомендации по применению. Взрослым и детям старше 14 лет по одной капсуле один раз в день во время еды. Продолжительность приема 1 месяц. Возможно, повторные приемы в течение года. Не является лекарством. Я, в принципе, с периодичностью пью. Я, знаете, месяц пью, месяц не пью. Вот так. Постоянно рыбий жир. Особенно тем, кто курит, обязательно надо рыбий жир купить. Вот, условия реализации, так, противопоказания, индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, кормление грудью, перед применением необходимо проконсультироваться с врачом. Так, вот такой рыбий жир пью, грудной сбор, это от кашля, и пью вот такие витамины, мне почему-то посоветовали тоже, витамины и минералы. Здесь от А до цинка. От А до цинка. Здесь 13 витаминов и 10 минералов. Тоже по 2 таблетки в день. Утром по одной таблетке. То есть 2 раза в день. Утром и вечером. На месяц. Упаковки хватает на месяц. Так, что еще пью? Ну, это мукоцил от кашля пью. Это для повышения иммунитета. После простуды, чтобы, знаете, ну и всякие различные пью с витамины. Ой, заговорился, сковорода. Оно там вакуум создает, кстати. Даже сложновато открывать. Вакуум создает и все. Ай-яй-яй, вкусненько. Сейчас я ее разогрею. И с пюрешечкой я ее. Здесь не только печень, здесь сердечки и печень. Я себе вот много у меня таких маленьких баночек, я себе готовлю и вот в такие маленькие контейнеры кладу, то есть на один раз, раз, съел, все. И вот так на несколько дней, очень удобно. Правда, хочу еще купить для супа вот такие глубокие. Я когда покупал, их тогда не было в Икее. А сейчас надо съездить, мне нужно еще... чашку докупить, потому что когда я покупал посуду, сейчас вам покажу такой набор. То есть 3 тарелки таких больших, 3 таких больших, ну, то есть по три штуки. Это один дизайн, но просто разные цвета. Вот, по 6 наборов когда покупал. И забыл купить одну чашку. Я ее отставил и забыл забрать. Вот. Мне нужно поехать еще купить. Докупить одну чашку для набора. Так, картошечку можно уже сливать. Еще мне надо купить постельное белье одно.
Ой, могу к этой плите привыкнуть. Так, пусть настаивается. Сейчас я ее тадам. Все. Не буду кушать. Так что как-то так, друзья. Сейчас буду. Не знаю, буду, не буду. Наверное, буду. Буду снимать, хочу снять видео. Если вам будет интересно, кстати, пишите в комментариях, если вам интересно, 10 фактов обо мне. Вот. Можете сами какие-то факты написать в комментариях. А я буду смотреть, если буду видеть, что это факт касается меня. Касается или не касается. Ну, вообще, интересные факты, в принципе, выберу тоже. Но, вот. Так что пишите в комментарии. И если вам будет интересно, я почитаю. Будет много лайков, будет много просмотров, то я обязательно сниму и выложу это видео. Так что, друзья, до следующего включения. Так, друзья, пошел купил себе ингалятор за 2000 рублей он стоит. В общем, хочу подышать. В принципе, у меня было два ингалятора. Дал руками, ходи ногами. Тоже что ты вытворяешь? Два руками, ходи ногами. Ну, многие с этим сталкиваются. Вот. В принципе, ингалятор это полезная штука. Так, мне кажется. Вас там немножко подникать. В принципе, ингалятор это полезная штука. Поэтому, тем более с тем, что я курю. Хочу посмотреть. Так, что здесь? Провод. Какие-то насадочки. Колба. Маска, так я понимаю, взрослая. Ну-ка. Как там в самолетах показывают? О, шикарно. Ой, резинка выскочила. Так, надо мне ее. Тем более я еще немножко кашляю, поэтому хочу все-таки подышать. Самое интересное будет, что я вспомню, вот купил, и сейчас вспомню, кому дал до этого ингалятор. Можно сказать, подарю. Ну вот, шикарно. Одели пару тилобазов. Так, эта штука, я так понимаю, это сюда одевается. Так. Так, по-моему, все. Это так, дышать. Так, детская насадка, трубка, сам ингалятор, ну и там, чехол и руководство по применению с гарантийным талоном. Так, коробка нам не нужна, ее выбросить можно. Так, это тоже можно в мусорку. Это нам не нужно все. Так, сейчас будем проверять на работоспособность. Так, где-то мне... Где-то была там. А, вот там у меня же пленитель есть. Так. Мне посоветовали... Ну, в принципе, я всегда за... Мама, мы помним раньше, знаете, такие были ингаляторы, как внутри там банка, в таком специальном, как термос, с такой штукой. Вот так сидели, дышали, туда заливали. Мама помнит, ну, такие раньше ингаляторы были. Вот.
Я помню, что соду, чуть-чуть надо соды. Мне вот даже в аптеке девушка сказала, она медсестра, она говорит, женщина там уже пожилая, она говорит, не надо вам никакие вот эти физрастворы, просто, говорит, берете воду дистиллированную, на кончике этого ножа соды и дышите. Так, сейчас я включу. Будем проверять, друзья, с вами вместе. Так. Дышите, не дышите. Опять дышите, не дышите. Так. О, работает, воздух идет. Так. Тоша, не мешай. Здесь одинаковая, я так понимаю, рисунка. Да. Разницы никакой нет. Поэтому... Делаем так. Только я не пойму, куда вот эти резиночки. Сейчас я посмотрю. Наверное, мне кажется, они... Так. Основной блок, насадка для рта, шнур сетевой, трубка соединительная, руководство по эксплуатации, крышка, емкость, отбойник, емкость для лекарства, фильтр воздушный, 5 штук, кейс, сумочка, маска для детей, маска респираторная для взрослых, коробка упаковки, гарантия. Так, куда это все, я насадка, это все понимаю, а куда... Вот эти вот поролончики, вот эти штучки, не понимаю, куда их вставлять. Воздушный фильтр. Подождите. Сюда что ли? А, вот нашел, да. Это воздушный фильтр. Все, понял. Это мы сразу убираем. Нам нужно это. Нам нужно. Так, я хоть правильно. Что оно так сложновато идет. Они вроде одинаковые. Так, и вот сюда заливаем мы лекарство. Так. Ну или водичку соды. Сейчас. Я сделаю водичку с содой. Так. Блин, мне надо было шприцы купить, чтобы... Так. Соду я тоже купил. Сода вот. Друзья, соду на кончиках, на кончике ножа. Замешиваем все. Вот я единственное, что шприц не купил, надо было шприц мне купить, чтобы было удобнее это делать. И вот я только не пойму, можно теплой водой, но мне, вроде она мне сказала, что лучше тепленькой водой. Дышать. Все, растаяло. Так, это сюда. Заливаем максимум 6. Миллилитров можно. Все, 6 миллилитров готово. Так, раз. Поехали, друзья. Ой, опять слетела эта штука. Спасибо. Масянь, ты идешь тоже подышать? Ё-моё.
Надо хорошо это здесь завязать на узелок, наверное. Я у нее спросил, не испортится ли ингалятор сам, она сказала, нет, не испортится. Ну что, друзья, поехали! Вам не видно пар, но пар есть. Работает. Тебя вылечим, и меня вылечим, и Машаню вылечим, все вылечим. Давай, Саш, дыши, дыши, не дыши. Саша, дыши, не дыши. Машаня, тебе тоже есть. Мне интересно, как быстро оно заканчивается. Все долго. Это сода. Пар выходит этот прям глазам. Я боюсь, чтобы сода не попадала в глаза. Сейчас я попробую с другой штучкой. Ага, ее снять попробовать надо. Ого. Сейчас я попробую вот с этой насадкой. Оно было запаковано, поэтому... Знаете что, я не понимаю, я залил теплую воду, она уже холодная. Слушайте, мне кажется, все-таки лучше вот той насадкой. Вот это держать, непонятно что. Вот, одел. Спокойно. И все. И как настройки? Работай в респираторе.
Ладно, друзья, пока, выключаюсь. Остались последние рывки. Смотрите, как Тоша просится ко мне. Осталось. А, уже все. Осталась капелька. Да делаем тоже. Да. Ладно, выключаюсь, друзья.